Всем привет, с вами снова Кокос и Джокер. Всем здравствуйте. И мы продолжаем проходить игру Red Dead Redemption 2. Итак, сейчас... Иха, да. А за Джоном, да, идем? Да, ищем Джона Марстона. Стоп, 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 нет, подожди. Нет. Осмотреть. Да я осмотреть хотел, чего ты орешь на меня? Там на треугольник нажать и держать нас надо. Да-да-да. You think it's John? You tell me. These are horse tracks for sure, but could be anyone. Let's just see where they lead. So, you were there, Javier. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Пинкертоны. Take it slow. Big ravine here. Ну-ка, дай посмотрю. Killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. That ain't like him, though. Блин, глубоко. I can see the tracks here, Arthur. Adelante. Tracks go left, down here. Davey got shot. Mac and John, both shot too. Sean, сказал? We don't even know. I'm surprised we escaped at all. Ты сейчас где с ним едешь? Ну вот, повернули только. Он там что сказал, что дачу девушку убил? Bad business, all right. Нет, не видел такого. Ну-ка, кинематографичный режим покажите. А, прикольно. Круто! Слушай, я прям сам ролик себе бахаю. Ты на этот перспективу меняешь? Но. Come on, boy. Yeah, a lot of fresh snow here. I don't know about this. Это сейчас ты сказал, come on, boy? Нет. Я слышал, come on, boy, ты знаешь? Слушай, а здесь будут карты, где поменьше снега? Ну да. Здесь разные регионы, разные карты. Ой, разная погода. Mm. То есть снег в горах, вот где мы сейчас лазим. Снизу будет теплее. О, дохлая конюшка. Он что там, под снегом где-то, что ли? Орёт. He's coming from up ahead somewhere. I don't think we can go much further. Hello. Орёт, блядь. Have to walk from here. I grabbed that shotgun from your horse. Who knows what's up ahead? Ага. Дробаш, давай. Хопа, достал. Обрез такой. Блин, как я люблю обрезы, да? Угу. Обожаю, во всех играх. Дневник? Я люблю обрезы. Слушай, а что за дневник мы там... Ох ты, открывается. Где? А в инвентаре нашел. Возле коняшки? Но... Это мой дневник, что ли? Ну, наверное... Наверное, запись вот это делает. А это что такое? А, просто грязь.
Ох, кто-то подскользнуться можно и улететь на вниз. Но. Такой скат. Careful here. Ну, можно попытаться Хавьера затормозить. Выносливость отображается в нижнем левом углу. Короче, молния — это выносливость. И она у меня, походу, кончается. У меня кончилось. Только ты сказал, и у меня кончилось. Я начал замерзать сразу. Это уже тут маленькие элементы сюрвайвала, да? Но. Опа. Ё-моё, так орал, его слышно было. Тут куда-то идем. Но. Вот. Опять оттуда. Мы бы его в такую пургу не услышали бы просто-напросто. И ветер дует от него. Ой, я замерз. Что-то в ущелье какой-то забрался. Я тоже как раз здесь. Бухни. А, бурбон. А, Джокер. Что? У меня только он сейчас выдает. Ага. О, выносливость поднялась. Крикнуть Джону. Джон, can you hear me? Джон, where are you? Он где-то слева. Где он? Вроде прям тут слышно его. А, вот ты где. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. По первой части у него шрамы были? Да, они были зажили, ну, зажили. А здесь прям видишь, вот от чего он получил эти разные. По крайней мере, я еще пока даже не узнал, что с ним случилось-то вообще. Что он здесь делает вообще? Ну, шрам от чего-то получил. У него даже вот борода была такая, знаешь, как отросшая. Какие эти шрамы, там даже волоса у него не росли. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See, I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Ой-ой. Look up there. Что с этими мохнатиками делать будем? Опа, она. Он тебя уже труп перенял? Ну, труп. Да. Заметь на плечо. Кровь осталась. Ага. Ну, теперь приехать стираться надо будет. Ну, тихо, бегут. Пушистые. Меня за рукав цепанул. Но. А я перезаряжаться начал. Ну-ка. А чё, я его разве порезать не могу? Мне кажется, что это еще потом покажут тебе когда-то отдельно. Так, ну-ка, давайте поха. Типа сейчас не время. Он взял консерву, слопал.
Я тоже поел. В банку бросил. Лежит на снегу, банка покатилась. Прикольно. Поехали! Я! Не исчезла просто тупо. I don't feel too good. You'll be fine. It's just like a dog bite. Knew a fella. Got bit by a dog. Died. An hour later. You ain't gonna die. Знаешь, еще прикольно? Че? Голос у Джона Марсона тот же, что с первой части. Mm-hmm. Прям, знаешь, слышно, и там ностальгия маленькая. Поминая. Up there! More of them! Stay out! Get out of here! Shit, there's more on the right! More coming in on the left! Get the hell out of here! Не отстал, блин. Да, вроде не вижу. Я еще надеялся, муж отстанет. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming. Все, домой едем. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. And Arthur always says, I'm lucky. None of us are lucky right now. Should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. Ага. Историю про медведя. Starving. Damn near getting eaten to death. Ain't good enough for you. Да ну так себе история-то. Мы же чуть ли не в Скайриме, нужно про дракона что-нибудь рассказать. Чего там, коняшка? Не нравится, когда ты по холодной воде скачешь. Mm-hmm. Коню уходит энергия у коня быстро. Come on! Someone help John down off this horse. Can we get some help here? А где все? Что-то не выходит. А, нет, все, вылезли. Я думал, все тут какая-то задница началась. Да-да, я думал, жопа какая-то произошла, пока мне. Ай, careful, idiotas! Идиотас! Come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. If you and Dutch talk about how we're gonna get out of this. I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that? That civilization? I know. Вон там еще один знакомый чувак. Бил, погодь. Бородатый. Come on, Herr Strauss. Тоже с первой части. Они все с первой части. Дача тоже. То есть можно не переживать, что Дача умрет, да? В этой части нет. Его Джон Марстон замочит во второй, в первой. Ну как? We have been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Так, задание выполнено. Приходит мыслями о прошлом. Get strong, we get warm. Вроде нажал options, что-то пришло. Тут еще плюс бонусы есть. Убить волков ни разу не получить, ну, дамага. Да? Угу. Типа как в BTA-шке на этот, на золото? Да-да-да. Да-да, и закончить миссию минимум с 80% ну, цельности. Меткости. Я ничего не сделал. Какой ужас. You okay in here, Molly? Might be warmer by the fire. I'm fine, thank you. Okay. We get some more money and we keep heading west. But we're heading east. For now. For now. We got this. We're safe. Ага.
Stay strong, Hosea. Hosea. What about you, Arthur? You doubt me too? Never. Good. Because you know me, son. I'm just getting started. Once we get some money, well, they better send some good men after us, because they ain't never gonna find us. But we need money. Нам нужны деньги. Thank you, son, for your strength. It means a lot to me. Ну, the money is well hidden in Blackwater? I believe so, and they don't even know we dumped it. Well, you can wait then. We weren't there, Hosea. I'm aware of that. And they shouldn't have been either. Oh, we can't change nothing now. Так, ну все, со всеми побалакал. Что-то у нас два квеста на карте, да? Убили и кто-то еще. Какая-то у нас коняшка. Хавьер, здорово. Все? We'll be okay. Okay, Arthur. А ты что, уже дом прошарил весь? Help with you, boys, да. Because I thought you liked action. Couple of days on the lam, you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. I fell, but when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Все бледнолицые, ну кроме тебя. Очень смешно, да? На! Махач, махач! А, тут можно даже договорить с ними до конца, да? Потом уже нельзя будет. Пару раз нажимаешь, пару вариантов. Хорошо. You sure about this, Dutch? Yes. Both been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Colm O'Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge. Куда зашел? В или Б? We can't afford. Б. This is the right call. Я то, что зашел. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. Hey, we're talking about trains and detonators here. Colm always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that. Вот он бил как раз по морде дал. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson. Would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah. Где-то из чего-то там кроликов и мочи. Southwest, right, Arthur? Уже для него. Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay. Let's go find these bastards before they find us and rob this core they're planning. Банда на выезде. С сигареткой в зубах. As far as I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Colm. А Артур был? Wait for him. В первой части? Нет? Артур вообще был такой чувак в первой части? Нет. Значит, мы можем... По крайней мере, я не помню. Он, наверное, убежит, просто уедет куда-нибудь. Some things I can't forgive,
Может, все кончится не так хорошо для него. По крайней мере, я не помню уже про Артура. Ничего. Я помню, вот Дача, Билла помню. Но Джон, это понятно. Эбигейл, это баба его. Там еще парочку были. Хавьер, по-моему, тоже был. Угу. Но не уверен про Хавьера. Там было много мексиканцев. Там прям была страна Мексика, туда можно было заезжать. Круто. Там две страны было, Америка и Мексика. Фу, срода! All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, Mr. you two Mr. hold position here. Let's go. Главное не по именам, да, мистер Саммерс. Так, а что мне ствол брать, да? А что не дает? Ты уже подъехал? Да. Ну тихо, тихо, конечка, ты чего? О, о, партизаны побежали. There they are. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Ну-ка, тут зума нету. Тот, за кем мы приехали, понимаю, да? Что ты там делаешь? Наблюдаешь? Поджарную трубу, смотрю, да. В бинокль? На, по леща дал. Отшлепал его ладошкой. Ой, я только сейчас заметил, что у Дача два пистолета. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. All right, let's go pay our old friends a visit. Да. Don't forget to grab that rifle from your horse. Ага. До этого мне не дало забрать оружие. Винтовку? Ну, так, винтовку. А, нет, стоп. Ствол. А, вот здесь. Все, отлично. Seems easiest to take the same path down as Bill and Micah. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. За тобой задача. Wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and way out of here. Everything else, including Cole, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now come on. Так, главное не сорваться, идти за дачем. It's steep here. Careful. Ага. Нет, снег, конечно, четкий.
Что-то они там уже ругаются. Maybe I should take the lead on this. They're going to be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Ну давай, Дадж, двигай блоками. Чё он так медленно идёт-то? Угу. Я уже, правда, внизу. А я ещё сверху. Это, получается, ещё одна заброшенная шахта, да? Чёрт его знает, что это. В одной мы поместились, здесь уже, походу, вторая. Может, это лесопилка? Да не, вроде когда в амбаре расспрашивали, он говорил то, что заброшенная шахта. Ну можешь. А что-то шахта, да. Вон эта штука. О чем, как ее сказать? Бант этот гребаный. Так а это наш уже или нет? Да, наш, наверное. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You wanna take the lead? Go. Смотри на дачу, удерживая. Давай поведу. По стелсу здесь можно, не? Вот я не знаю, без понятия. Ладно, другой вопрос. По стелсу здесь нужно? Тоже без понятия. Я еще не дошел, я еще спускаюсь. Не, ну хлобысь, хэдшот. Да ну нафиг это... Ты решил без толса. Да. Ну чего ты не хочешь попадать-то, а? Давай вот так. На. Ты винтовку лупишь? Но. Вот зараза, спрятался. Ух, хедшот красивый. Ну-ка, пестик. Этого кренделя я не вижу. Удачи, ёлы-палы. Пытается на хедшотить их, короче. Есть! Шляпу сбиваешь? Но мне еще и меня показали. Че, у тебя тоже шляпа слетела? Не-не-не, меня показали после выстрела. Такое лицо, короче. Готово. Грабить. Нет еще. Обалдеть, сколько тут тел надо обыскивать.
Ну, падла. Настойка. Опа, опа. Походу, подкрепление, что ли, пришло. Вот падла. На, с дробос обреза ему. Кровище. Оп! Где вы там? Айч! По мне, что ли? Да вижу я! На! Шляпу сбил! Вот я говорю, то шляпу сбил. Не, то есть, ну, в голову не попал, но сбил шляпу. Да-да, я говорю, он живой, шляпу просто попал. Я про это имел в виду. Ну, выгляни. Все, наверное, не? Балдеть, еще куча трупов для обыска. Да ты глянь какие. Переключиться, чтобы на селекторе предметов. Да чтоб такое-то. И меткого глаза. И отпустить L1, чтобы использовать его. Это на время, да, я так понимаю, бафает полностью. Это у тебя клацанье там слышно, слышишь? Ты потише. Клацанье слышно? Да. Извиняюсь. Вот прям туда. Напряженно у тебя все. Мы тут всех уже убили. Такое напряжение и есть. Напряженно. Так. На, ну, на. Что, ну что, давайте на этом серию сейчас закончим. Потому что как раз таки время уже прошло, а здесь еще куча трупов собирать. Вот. Да. Я сейчас попробую с этим без видео разобраться. И далее уже подключимся. Так что всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Приходите к нам еще. А мы с вами прощаемся. До новых встреч в новых видео. Да, всем пока. Пока-пока.